Здравствуйте, с вами Дафна Мебель. И сегодня мы с вами в новой клинике частного многопрофильного центра «Медион». Данная клиника была открыта совсем недавно, в 2021 году. Здание клиники состоит из двух частей. В первую часть входит одна из лучших кардиологических клиник столицы, а во вторую входит спортивный зал и учебный центр. Давайте начнем с первой. Интерьер кардиологической клиники выполнен в сдержанном стиле. Однако благодаря мебели здесь удалось создать приятную атмосферу. Она успокаивающе действует на посетителей. Зона ресепшена ведет нас к кабинетам консультаций. Давайте посмотрим на них. Чтобы консультации проходили комфортно, в кабинете установлены удобные посетительские стулья, таз с подлокотниками и углубленным сиденьем. Их каркас изготовлен из хромированной стали, а обивка из эко-кожи. Приятный молочный оттенок добавляет конструкции стула презентабельности. А для врачей было подобрано руководительское кресло повышенного комфорта Lotus из молочной эко-кожи. Оно имеет прочную металлическую крестцевину на колесиках. Анатомическая форма спинки и сиденья снижает нагрузку на позвоночник. Работать в таком кресле – одно удовольствие. Помимо классического руководительского гарнитура, в интерьер отлично вписался кожаный диван Chester. Его украшает традиционная каретная стяжка на спинке и подлокотниках и приятный шоколадный оттенок. Хочется немного отойти от строгости, и в этом нам поможет заведение Лаканта. Оно расположилось в здании клиники, чтобы персонал и посетители могли перекусить и выпить чашечку кофе. Интерьер Лаканта также сдержан. Настроение ему задает яркая и эргономичная мебель. По всему периметру заведения расположились квадратные столы с ножкой Е58 в стиле лофт. Их столешница выполнена из прочной ламинированной плиты, а ножки из металла. В пару к столам подобраны три модели стульев, первый из которых ярко-голубой фитц из литого ударопрочного пластика на деревянных ножках. У этой модели удобное углубленное сиденье. С ними интересно смотрится зеленый ходж с мягким основанием и спинкой. И футуристическая модель Элли. Ее черный каркас из глянцевого пластика имеет необычную спинку и деревянные ножки. Стул кажется практически невесомым, но остается крепким и стойким. Остаться бы здесь, но время не ждет. Давайте пойдем посмотрим учебный центр и спортивный зал. Сначала поднимемся на 4-й этаж. Здесь разместились учебные кабинеты, конференц-залы, лектории и даже бар с зоной отдыха. Давайте исследуем конференц-зал и лекторий. Поехали! В первом конференц-зале мы видим ряд из посетительских стульев с конференц-столиками Samba V14 черного цвета. Они предназначены для аудитории, а значит отличаются удобной спинкой и сиденьем. Каркас стульев металлический, что говорит о их надежности. Спинка и сиденье обшиты приятной на ощупь эко-кожей. Подлокотники украшает деревянная накладка. А теперь давайте пройдем в учебную часть. Она представляет собой уютные кабинеты, обставленные комфортной мебелью. Заботясь о студентах, здесь предусмотрели мягкие и удобные стулья Samba V18. Каркас стульев выполнен из металла, основание покрыто эко-кожей. Для педагогов и лекторов выбрано кресло Manager Steel Chrome. Это модель приятного белого цвета с округленными подлокотниками. Сиденье и спинка кресла держатся на металлической крестовине. Для мобильности предусмотрены колесики. Давайте посмотрим на лекторий. Только посмотрите, какой здесь масштаб. Здесь проводятся большие конференции и семинары. И тут же нашли свое место кресло Fidelio. Это универсальная модель, которая подойдет для руководителя и посетителя. Кресло на металлической крестовине имеет массивное и углубленное сиденье. Оно обшито эко-кожей. Помимо конференц-залов и кабинетов, здесь можно найти маленькое местечко для отдыха – мини-бар, где можно заказать чай, кофе и другие напитки. Барную стойку, выполненную из дерева, дополняет стулья Эльче. Модель на высоких тонких ножках имеет глубокое сиденье и спинку средней высоты. В качестве обшивки барных стульев использован прочный материал, напоминающий бархат. А сейчас пришло время спуститься на -1 этаж. Сейчас узнаете зачем. На -1 этаже учебного центра разместился спортивный зал, а перед ним небольшой холл, также обставленный мебелью от Дафны.
Диван тофу в ярко-синем и коралловом оттенке бодрит своим цветом и настраивает на эффективную тренировку. Диван удобен и вместителен. На нем одновременно могут сидеть 3-4 персоны. Для полноты композиции диван сопровождает арт-кресло Coco и журнальный столик Corso. Мягкое кресло приятно серого оттенка отлично сочетается с геометрическим столиком из металла и стекла. Кресло обшито прочным текстилем, который не изнашивается и не требует специального ухода. А наш обзор подошел к концу. Рассказывайте, понравился ли вам интерьер в клинике и ее мебель. Пишите ответы в комментариях. До новых встреч!